хлебом, солью и белорусской песней встретили польскую делегацию в государственном учреждении образования гимназия номер 2 города Пинска. Знаковым событием визита стало подписание договора о международном сотрудничестве между представителями стран-соседок. Я очень радуюсь тому, что мы это сотрудничество, обмен наших учеников между нашими городами-партнерами можем сделать. Договор предусматривает тесное взаимодействие между учреждениями образования в вопросах образовательной деятельности, обмена методическим опытом, а также в проведении совместных научных исследований. Приветственное слово для гостей и присутствующих на мероприятии подготовил директор гимназии Алексей Владимирович Якимчук, а также заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета Марина Владимировна Ковалевская. Республика Беларусь и Республика Польша связаны глубокими историческими связями. И об этом должны знать наши дети. Не только на уроках истории, но непосредственно общаясь друг с другом. Это очень все здорово, потому что будущее – это за нашими детьми. За той молодежью, которая сегодня присутствует здесь, в зале. И, конечно, мы возлагаем, наша республика, наш город возлагает на нашу молодежь большие надежды. Все будущее у нас в руках вот этих молодых людей. Учащиеся гимназии номер 2 также не остались в стороне. Ребята не только подготовили для делегации красочный концерт, но и познакомили гостей с традициями и историей своей гимназии. Рассказали о происхождении учреждения образования, его активной волонтерской деятельности, экологической и патриотической направленностях. Уже более 10 лет я посмотрела исторические данные. Мы являемся городами-побратимами. Это достаточно символично. И то, что сейчас будет проходить такой обмен учащимися между вашим городом и нашим городом, это позволит еще больше нас развить партнерские связи, усилить, наверное, нашу культуру. В завершении мероприятия школьники преподнесли гостям из нашей западной страны-соседки памятные сувениры и на польском языке пожелали успешного и плодотворного сотрудничества в дальнейшем.